Приветствую вас, дорогие зрители. За окном весна, и от этого на душе тепло и радостно. Ну а нам, пожалуй, радостно вдвойне. Ведь в музее гравюры рисунка тоже весной повеяло. Именно так называется выставка, посвященная творчеству Станислава Васильевича Вихарева. Графика и живописца, представителя Ленинградской художественной школы и члена Союза художников СССР. Он родился во Владимирской области, в селе Митьково. В 1929 году, еще в пятилетнем возрасте, они с семьей переехали в Ленинград. В 12 лет он поступает в среднюю художественную школу при Всероссийской академии художеств. В феврале 1942 года он был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Самарканд и уже вскоре вступает в ряды Красной армии. Он был награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После демобилизации он поступает на графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Еще будучи студентом, Станислав Васильевич активно работал с издательством и участвовал в оформлении газет и журналов. И уже позже увлекся станковой графикой. Выполнял автолитографии и линогравюры. И темой его работ были преимущественно ленинградские городские пейзажи. На выставке представлены линогравюры и автолитографии художника 50-70-х годов. Это виды природы, листы из серии «Волжане» и городские пейзажи. Весна в Ленинграде – это время, когда город просыпается от зимней спячки. После долгой зимы, когда улицы были усыпаны белым покрывалом, приходит время, когда снег начинает медленно таять под лучами весеннего солнца. Парки и скверы наполняются зеленью, цветами и птичьими трелями. На литографии Петергоф «Фонтан Нимфа» изображен фонтан Данаида, один из фонтанов полукруглых мраморных скамей, созданных в XIX веке. Над западной скамьей возвышается фигура нимфы, речной богини. Это копия античной римской скульптуры III века до нашей эры, хранящейся в Государственном Эрмитаже. Поиск вариантов цвета в работе над линогравюрой приводил художника к пробным и иногда необычным сочетаниям привычных оттенков природы. Люди выходят на улицы, чтобы насладиться теплым весенним воздухом и прогуляться по набережным Невы и окрестностям северной столицы. Весна в Ленинграде – это время перемен, обновления и надежды на светлое будущее. Ряд гравюр, посвященных Ленинграду, отличается своеобразием пластического решения. Динамика черного и белого выражена в жестких вертикалях улиц плоскостей и энергичных горизонталях проводов. В гравюре «Растральная колонна» вид с Васильевского острова на Заячий остров знакомый фрагмент города открывается с непривычного ракурса, с высоты птичьего полета. Стоит отметить, что для многих работ художника характерен вытянутый, вертикальный или горизонтальный формат, лаконичность силуэтных образов и некая фрагментарность изображения. Станислав Васильевич Вихарев – мастер пейзажа. Неординарных цветовых решений и неожиданных ракурсов обычной городской среды. Его Ленинград не парадно сверкающий, а буднично строгий, отличающийся ритмами линий и тональной живописностью. Друзья, пусть каждый день весны наполняет вашу жизнь радостью и вдохновением. Пусть теплый весенний ветер наполняет вас энергией и оптимизмом. А каждый момент этого прекрасного времени года напоминает вам о чуде жизни и о возможности новых свершений.